Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами гороскоп на ноябрь 2021 года, и мы поговорим о знаках зодиака, кого ожидает белая полоса уже в ноябре 2021 года, кому же ноябрь принесет счастье, удачу и благополучие, кто же эти счастливчики. Далее в этом видео. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, кого же из знаков зодиака ожидает белая полоса? Конечно же, счастье обещает наполнить жизнь нескольких знаков зодиака в ноябре 2021 года. И первый знак зодиака, которого ожидает белая полоса, это знак зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, ваше счастье в ноябре будет и вообще открытие белой полосы в дороге, которая будет вести только всему лучшему. Побуд, знаете, вот похоже на мощную стихию. И этому абсолютно не будет предела. Она коснется всего, и денег, и работы, и любви, и отношений в семье, и даже дружбы. Все внезапно станет таким радостным, легким, что вы сами начнете радоваться, порхать, чувствовать себя почти всемогущими людьми, чем чрезмерно станете даже восхищать окружающих вас людей. И при этом восхищаться вами будут и радоваться за вас от близких и родных до простых знакомых и всевозможных приятелей. Самое интересное, что такой настрой продержится еще очень долго и не ограничится одной только половиной осени. И это прекрасно, как сами водолеи скоро в этом смогут убедиться. Следующий знак зодиака, которого также ожидает белая полоса в ноябре 2021 года, это знак зодиака Весы. Уважаемые Весы, вы уже давно испытали муки выбора сразу в некоторых вопросах. Вы чувствовали, что вы стоите на распутье и не знаете, как поступать дальше и чего вы сами хотите в будущем. И это становилось для вас серьезной проблемой. И тут ни с того ни с сего все меняется кардинально в вашей жизни. И именно в ноябре, уважаемые Весы, вы обретете гармонию. Вы раз и навсегда поймете, что вы ждете от жизни, какие ваши желания, какие ваши эмоции, какие ваши чувства. Вы сможете разобраться в себе и полюбить даже себя, принять верное решение, и впервые за долгое время вы даже сможете понять, расслабиться и отдохнуть. Эта ситуация научит вас как можно меньше усложнять себе жизнь, ценить отдых и даже простые радости. Так что, уважаемые Весы, пожалуйста, для вас белая полоса начнется уже в ноябре 2021 года. Но как только перед вами откроется эта дорога, пожалуйста, уважаемые Весы, сразу меняйте свою жизнь. И ни в коем случае не впадайте в депрессию при первой какой-то неудаче или проблеме в ноябре. Потому что именно эта белая полоса, она будет не только в ноябре, но и продлится до начала января 2022 года. Поэтому постарайтесь воспользоваться этим моментом и заложить основы уже на следующий 2022 год. А следующий год у нас год тигра, белого, водяного тигра, кто как это называет, но все же, уважаемые Весы, все в ваших руках. Следующий знак зодиака, которого также ожидает белая полоса в жизни, и этот знак зодиака Овен. Вы знаете, уважаемые Овны, именно в ноябре, ориентировочно после 10 ноября, вы осознаете и поймете, что вы сами хозяева своей судьбы, и ваше счастье всегда только в ваших руках.
а все затраченные усилия смогут окупиться. И сбудется это все во второй половине осени, к чему бы вы ни стремились, уважаемые овны, и на что бы вы ни бросали все свои ресурсы. Вашим близким необходимо будет поддержать их в этот день или хотя бы искренне за них порадоваться. Это сделает ваше счастье по-настоящему полным, напомнит жизнь в новыми какими-то красками, смыслами. И, уважаемые овны, ваша жизнь сможет заиграть яркими красками. Вы поймете, что всю эту жизнь, все это время вы не так жили, вы не так работали, вы не с теми людьми общались. И именно ноябрь вас подтолкнет и покажет вот пути развития и продвижения вас самих. Следующий знак зодиака, которого ожидает белая полоса в жизни, это знак зодиака Дева. Уважаемая Дева, вас также ждет одна из самых светлых за последние годы полоса жизни. В это время много будет налаживаться. Старые конфликты смогут разрешиться. Можно будет с легкостью помириться с друзьями, с семьей, исправить старые ошибки или даже достойно принять поражение. А для того, чтобы смело идти дальше, не оглядываясь на прошлое. Надо только не упустить все эти возможности. Возможно, это будет не очень-то и легко для вас. Девам нужно приготовиться к возможным сложностям. Но чувство удовлетворения и довольства собой однозначно будут стоить больше затраченных сил. Так что, уважаемая дева, у вас все впереди. Поэтому закладывайте мысли, идеи, свои желания, и они обязательно смогут воплотиться уже в начале 2022 года. Следующий знак зодиака, у которого начнется белая полоса в жизни в ноябре 2021 года, это знак зодиака Рыбы. Для вас счастье, уважаемые рыбы, будет простым, домашним, уютным и нежным. Рыбы найдут истинную радость в спокойствии, в отдыхе, в гармонии с внутренним миром. Вас будут окружать в это время только приятные им люди. На работе установится максимально удобный и неэнергозатратный график. Вам это очень достаточно понравится. А дома будет непременно ждать любимый вас человек, всегда готовый помочь, поддержать, подставить вам плечо, а также создать атмосферу защищенности и легкости. Конечно, будет и множество приятных мелочей, которые рыбы назовут просто чудесными, из которых и складывается повседневное счастье. Нужно понимать, что счастье, конечно же, это очень широкое понятие, и зачастую все понимают его как-то вот по-своему, а значит, знакам, которые не вошли в этот список, точно не следует переживать или расстраиваться, потому что все еще впереди, и у каждого человека все может измениться в тот момент, в который просто человек даже не ожидал и не знал. Друзья, вот такие вот знаки зодиака, которые смогут для себя открыть белую полосу уже в ноябре.